Здравствуй, выжившее человечество! С тобой говорит с глубины 400 метров со специального бункера под поселком Мачулищи лидер анархосиндиката Ляпис Крю Сергей Михалок. Мы вместе с нашими семьями, с нашими котами, собаками, рыбками, коровами, гусями, овцами и другим скотом благополучно пережили этот сатанинский час. Если ты видишь меня, о, мой новый человеческий друг, то предлагаю тебе отпраздновать это событие в клубе Life Music Hall 30 декабря. Будем предаваться диким пляскам, будем предаваться запретным утехам, будем пить напитки и есть бутерброды. Будем назло майскому календарю радоваться. Будем счастливыми и будем безумными и дикими. Так что снимай костюм химзащиты, снимай противогаз, одевай плавочки, шортики, одевай кроссовочки и вперед в Life Music Hall 30 декабря. К всем выжившим посвящаем наш суперсет. Рабкор живет вечно.